пансионат Надежда. Будем делать доброе дело, искать эту Аню, чтобы отдать ей ее потерь. Ну, будем искать по пропуску. Возможно, что-то и получится из этого. Как-то так. Надо возвращать, делать доброе дело. Походу, этот комплекс Надежда какой-то очень элитный. Поскольку туда попасть не так-то просто. Даже не знаю, получится отдать лично в руки. Либо, может быть, придется передать через охрану. Ну, сейчас посмотрим. Ну, как я и предполагал, на служебном входе мне сказали, что нужно идти на какое-то КПП 3. Их тут как минимум уже 4 должно быть. Вот, ну, короче говоря, сейчас пойдем, попробуем вызвать эту Аню туда. Вот. Ну и вот, продолжая тему паспорта потерянного. Было много вариантов, ну, типа, отослать по адресу прописки, либо же завести по адресу прописки, потому что это Московская область. Вот. Либо же сдать в милицию. Ну, очень бы не хотелось сдавать в милицию. И поэтому я попытался разыскать человека через социальную сеть ВКонтакте. И у меня это получилось. Мы созвонились, и буквально через сутки я встретился и вернул человеку совершенно безвозмездно потерянный паспорт. Так и закончилась эта история. То есть, как бы, все остались довольные и счастливые. И эта девушка сможет уехать к себе домой, нормально купил билет. И я не буду чувствовать ответственность за такую находку. Вот. Поэтому, если вы вдруг найдете документы, кошелек, либо какую-то вещь, постарайтесь найти человека, которому это принадлежало. Может быть, ему эта вещь очень дорога. И было бы неплохо ему эту вещь вернуть. Все, всем пока.